Всем привет, ребята. Продолжаем нашу серию выпусков по изидропу, в частности по ширпокейсам. Сегодня у нас уже 12 выпуск. Сегодня вне видоса я открыл бесплатные фрикейсы. Покажу там, что в принципе выпало с них, да, чтобы... Потому что меня это порадовало, в принципе. То есть вот эти вот 6 скинов, это то, что мне выпало, получается, с этих вот... С бесплатных фрикейсов. Вот это вот выпало мне с первого фрикейса. Вот это выпало мне со второго фрикейса. Ну, попытки сегодня у меня бесплатные снова будут. Только там до них еще надо вон час 40 подождать примерно. Ну, по любасу я их тоже на видос писать не буду. Вот. Если вы до сих пор не подписаны на канал, то подписывайтесь, вступайте в группу ВК, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, отзывы. Ну, а мы начинаем. То есть пополнил я баланс на 250 рублей. Сегодня я промокод использовал на 30%. Вчера мне там в комментарии написал какой-то человек, попросил использовать его промик, видно там хочет, чтобы я его рефералом был. Ну, мне это не принципиально, поэтому я использовал его промокод, потому что мне это не сложно. Поэтому баланс сегодня чуть поменьше, ну типа, ну зато с бесплатных кейсов нападали приличные скинчики. Так, сразу из них, из того, что мне тут не нужно, давайте продадим. Из того, что мне нафиг, конечно же, мне гроза это не нужна. Мне не нужна эта гроза. Мне не нужен вот этот вот пистолет. И мне не нужен вот этот вот замечательный дробовик. Все остальное пока мы оставим. А хотя вот это вот тоже 37 рублей стоит. Это вообще он 23. Ну... так, давай это, или сколько, 37, ну такая у меня есть, поэтому давай мы ее продадим, потому что она меньше там даже 40 стоит, вот, а это, а почему я это не продаю за 23, интересно, что я с ней хотел сделать, пополнения считаются, примерно пополнение, а, я ее не мог просто продать, потому что мне надо было баланс пополнить, вот, ну так, как я пополнил баланс, теперь все, ну хотя бы меньше 40 рублей скинчиков нету. Так, а сколько сейчас всего получается на балансе у меня? На балансе 694 рубля. Ну, в принципе, не так уж и плохо. 432 здесь, сотку примерно 700. Ну, где-то 700 рублей было. То есть, по сути говоря, за 3 дня, что я 250 по 250 вкидывал, плюс с бесплатными кейсами, ну, то есть, я просто в нуле. То есть, я не в плюсе, ну, и я там особо-то и не в минусе. Что, начинаем наш любимый ширпокейс. Чем сегодня будешь нас радовать? Давай сегодня мы с быстрых открытий начнем. Начнем с быстрых открытий. Пошлют нас нахер. Ну, не, может и не нахер там, да. Третье, четвертое, ну, давай пятое. О, нож спрятал, скотина. Вот видите, опять завис, очень долго думал, то есть прятал ножи, падла. Как же ты задолбал уже шкерить там ножики по углам. Думаешь, это никто не понимает? Что там типа это? Так, давай по 4, чтобы на экран нормально влазило. Посмотрим. Посмотрим. Но... Ах ты ж. Ах ты ж. Ах ты ж. Ты ж, ты ж, ты ж. Но если сегодня что-то там выпадет, хотя бы там дороже. Дороже, наверное, 40 рублей тут. Потому что дороже 50 это прям крайне редко выпадает, а вот дороже 40, то есть все-таки выпадает чаще. Поэтому все, что дороже 40 рублей выпадет, попробуем потом проапгрейдить. Посмотрим, как из этого что получится. Ну, пока что вообще не насыпает. Прикольная эмочка. И вот этот вот разъяренная толпа. Так, пока что, ну, это меньше 40 рублей скин. Продаем тогда, продаем. Я думаю, не апгрейд, наверное, в контракты закинем и посмотрим. То есть, ну, хотя бы надо, чтобы 3 было. Хотя бы, чтобы 3 было, тогда закинем в контракты. Тогда в контракты. Все, стой, стой! А, нет. Как обычно, кто бы сомневался там. Контракты закинем.
Что-то сегодня подустал как-то за целый день, блин. Выбирал компьютер себе сегодня новый. Завтра хочу купить. Вот. А то есть игрушки, которые мне нравятся, а нормально в них играть, поиграть не получается, потому что плохо тянет. До 30 FPS там даже иногда в играх не дотягивает, а хочется с комфортом поиграть, чтобы не бесило тебя это. Вот, поэтому сегодня выбирал компьютер. Завтра. Завтра, надеюсь, мне его соберут, сделают. И будет у меня новый компьютер. Вот, ну а пока снова к ширпокейсам. Ничего тут, тут ничего не меняется, все стандартно. Все предсказуемо. Надо, наверное, сейчас это... Сколько там у нас добра на балансе? Ну, ночная операция. О, вообще кошмарная. Давай 10 и... Один раз быстро, один раз медленно. О, хрень. Давай теперь медленно. Обычно. Это называется обычно. Все, никак запомнить не могу. Сколько ножиков пролетает? Сколько пролетает ножиков? Но мне же, конечно, серая полоса. Вот смотри, вообще, блядь, все 10 скинов, все 10 скинов и все серые. Это просто трешак какой-то. Это же надо, капец. Кто-то там говорит, ему подкрутили там, да. То у меня, походу, тут типа, так это в обратную сторону, наверное, подкрутили. Не докрутили вообще там, да. Прям капец как не докрутили. Ну, ну, Desert Eagle. Ну, хоть что-то там, да? Хоть что-то. О, первый скин есть у нас для этого. Для апгрейда там и для чего. 200 сотки остается. Посмотрим. Ну, тут стопудово все серое. Все серое. Как погода за окном. Ну, давай. Ну, я знаю, что ты можешь давать. Я могу. Я знаю, что ты можешь выдать. Знаю. Что ж ты выделываешься-то? 12-й выпуск. Напоминаю, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, вступайте в группу ВК. Пишите какие-нибудь там предложения, пожелания. Но мы пока что продолжаем. Тут хоть фиолочка будет. Ну, рублей 20, да, наверное, будет стоить. Ах, слушайте, ну, прям хорошая фиолочка такая выпала, да? Наверное, статрековская. Может, вообще прямо с завода. Так, ну, это второй скин пока выпал. Что у нас еще? 153 там, да? 153. Еще что-то есть там, давай. Но нужно третий. То есть третий выпадает, сразу в контракт залетаем. Смотрим, что в контрактах. Ну давай керамбит какой-нибудь. Пойди. Хе-то там, да. Хе-то там ночевал. И гулял, и не гулял. Бля, я видос-то включил, то по заре тут сижу. Каждый раз такая херня, блин. Вспоминаю, включил и не включил запись. Вроде не старая память, ни хера нету. Чу-чун-чун. Ох ты. Не, ну в принципе, вот как я уже раньше говорил, то есть на ширпокейсах можно, в принципе, ну, в ноль хотя бы уходить. То есть не окупаться там, да, то есть, но в ноль хотя бы на ширпокейсах можно стабильно, исправно уходить. То есть если не наглеть, если там, ну, не рисковать, то... в нулину, то есть можно выходить, то есть можно на 250 рублей там выносить скинчиков. Просто не хочется вот эти вот все вот такие вот мелочные скины, которые там ни о чем, да, по 40 рублей, там по 70 рублей, там, ну как бы неохота. Хочется какой-то там хороший такой, сочный. Ну сколько тут? О, тут еще на два прокрутона. Что-то я чувствую, мы сегодня без этих будем, без контрактов.
Что-то есть у меня такое подозрение, что будем мы без контрактов. А похеру, видос хоть короткий получится. Видос получится короткий. Ну и черт с ним. А не, ребята, будем мы с контрактами. Слушай, ну и ночные извилины тоже вы дали, да? То есть нормально выпали такие прям. Давай, изи, изик, изик, изик. А нахер ты гонишь. Так, давай. Ну, смотри, сколько у тебя? 69, 77, 42. То есть это 70 плюс 42, 112. Ну, 200, 200 примерно рублей вот здесь вот. Примерно 200 рублей. Давай, контракты. Контракты. Бах, бах, бах. Так, три предмета. А, на 189. Вот, ёпты, чё-то вот. На 189. И у нас, в принципе, от 47 до 758 может выпасть. Ну, понятно, что выпадет. Я вот первую букву этого слова написал. Ну, в принципе, что-то новенькое, что-то оригинальное, да. То есть не совсем говно, да. Но, тем не менее, мы как бы не окупились. Ну, скинчик такой нормальный. То есть и выглядит так приятно, смотрится. То есть, в принципе, что-то. Что-то с чем-то. Ну, давай еще тут сколько? 2-3 раза крутанем. 2-3 раза крутанем. То есть, в принципе, можно даже такой будет разыграть там что-нибудь среди подписчиков. Сильно дорогие, конечно, по косарю, там, по 10 тысяч, там, как если разыгрывают. Конечно, я не буду разыгрывать. Просто у меня, потому что таких нету, и да и возможности нет такой разыгрывать. А вот это вот такая вот балалайка. То можно. Я вот единственное не знаю, то есть это же надо их сперва будет на аккаунт все перекинуть, чтобы там трейдбан прошел. О, тут два выпадет, прикиньте. Чтоб нож не давать, аж два скина даст, да? Со 114, слушай. Ну, вот это вот шлак, мы это продаем. Это тоже продаем. И это продаем. А за 73, смотри, снова выпал. За 73 рубля. Тот за 77 был, этот за 73. Чуть-чуть подороже, конечно. Чуть-чуть подешевле. Но все же. Но все же, все же, все же. То есть, по сути, смотрите, есть... Сука, я чуть не это. Блять, тут. Фу. То есть без контракта, вот те три скина и вот этот четвертый, который выпал. То есть, ну, 100% был сегодня, ну, плюс. 100% сегодня плюс у меня был бы по сайту. А так чуть-чуть небольшой минус. Ну, поэтому видите сами, да? То есть всякой мелочью можно вытаскивать. Всякой мелочевкой можно вытаскивать. Он даже еще хватает на 4. Думал, не хватает. Пара-па-па. Ну, все. Все, это балабас. 5 рублев. На 3. На 3 хватает. На 3. Ну, все, давай. 3 ножа, и я пошел. И завтра вернусь. О, еще что-то. Ну, тут. Еще. Ну, тут уже. Ху-ху-ху. Не 70 рублей, но в два раза хуже, значит, и качество там, наверное, в два раза хуже. Смотри, 42, 37. Ну, за 42 оставляем, потому что, ну, то, что у нас дороже 40, мы оставляем там, да. А это продаем. Сейчас глянем, что там. То есть, в принципе, если не контракт, то... Уже, наверное, на сотку бы, да, у меня, получается, было бы больше. Больше уже рублей на 100 было бы, чем закинул. Ну, в принципе, неплохо. В принципе-то, наверное, и неплохо. Пам-па-па-пам. Так, ну все. Ну, три ножа, все, я пошел. Ну чё, мог бы и до двух дотянуть. Ну, продавайся. Так, чё, на два? О, чё, не на один? А чё ты мне это гонишь? На один-то есть.
На один-то хватает. Ну, что там? Африканская сетка. Ох уж это африканская сетка, все. Ну-ка, давай сейчас мы посмотрим, что у нас тут навыпадало. Пам-пам-пам. Сколько? 211. То есть 211 рублей. А, этот был 95 там. Ну вот смотрите, 211 минус 95, то что было, это 120, и тех 190. То есть 310 рублей. Ну, как бы без вот этого контракта, без всего, было бы 310 рублей там, да? От 52 до 846. Ну, чё, давай еще контрактик. Снова пишем букву первого слова, которое нам всем хорошо знакомо, да? То есть то, что выпадет 61. Ну, пластиковые, блядь, UMP-шки. Хер с тобой. Хер с тобой. Ну, в общем, все, вот видели сами, да, то есть, ну, не везет на контрактах, не всегда, вернее, везет на контрактах, вот, но тем не менее, что-то с них, да, падает. Что? Подожди, а может мы вот так сделаем? Вот эту вот всю, вот это вот все запиндюрим, 7 предметов на 383 рубля, и можно до полутора косарей там что-то выбить. Вот, ну, давай, снова слово. Букву, слово, давай. Давай, давай. 195. Хищник, новый хищник, 195. Что это за такое чудо-юдо? Ну, в два раза меньше. Отсутствуют предметы для контракта. Стабильно, то есть он дает в два раза меньше. А чё, ну ты это... Предметов как нету для контракта предметов? Ёбаный в рот. Серая, вот эта вот серая балда 195 рублей стоит. Ну-ка давай тогда мы тебя попробуем. Вот эту хрень. Ну-ка давай вот от 300 посмотрим. Чё ты тут от 300 что-нибудь можешь дать? Уру-ру-ру-ру-ру-ру. Дробовики не нужны, это не нужны. Фамосы. Какой шанс? 58%. Да похеру, давай ты, блядь, наеби здесь меня. Огонь вообще, ребята. Огонь прям, огонь. Три сотки скин запилили. Вообще, хорошо. Доступные для продажи. Сколько всего сейчас у меня? На 608. Ну да, я в минусе, конечно же, я в минусе там, да, то есть, но 308 это уже... В общем, все, дальше я не буду ничего там сливать, ролить, смотреть. То есть, в принципе, скинчик с того, что было, там делали какой-то фиолетовый. Ну, я, в принципе, более-менее доволен. То есть, я более-менее доволен тем, что было сделано. Все. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до новых встреч, увидимся завтра.